Смог, дым. Конечно, дым. Не потому что жарко, это отдельная история, а то, что дышать просто нечем было. Только вот, например, ситуация с пожарами, у меня прям спала пелена с глаз, и я увидела, что, ну, правительство не хочет ничего делать, и она против своего народа, а не за своего народа. Вот если официально по телевизору и в официальных источниках была информация, что все более-менее хорошо. Заключается в том, что государство в состоянии может решать проблемы подобного рода и подобного масштаба. Единственная правдивая информация можно было получить через блоги. В сообщество Пожар.ру просто стекала вся информация, которая была. Но я стала модератором его. А я там организовывала, там вот здесь, вот в этом посте собираются пожарные рукава. Здесь собираются машины, которые едут по регионам. Вот вся благосфера закупала пожарные рукава, мотопомпы и все остальное пожарное оборудование, такое мелкое, не машина, конечно, и везла в регионы. Гражданское общество, оно как консистенция активных русских, которые очень не нравятся власти. И пока не придут к власти люди, которые ориентированы на помощь своему народу, то, к сожалению, в оппозиции.